Приветствую всех фанатов вселенной Вархаммер. Сегодня такое, можно сказать, полуживое включение, потому что такая погода меня просто убивает, и я чувствую себя в каком-то таком же полуживом состоянии, но суть разговора не в этом. Собственно, хочу этим небольшим роликом открыть серию видео, в котором я буду собирать армию Кхорна в Age of Sigmar. Почему я это решил сделать? Да потому что у меня есть вот такая несобранная коробочка, вот такая несобранная коробочка, куча разных блистерков, миниатюр, которые я начал собирать, всяких литников, часть стартера первого Age of Sigmar. И, в общем-то, все это лежит в коробках, без дела. А хочется уже собрать и, наконец-таки, поиграть с замечательными кхарнитами. И почему я это сделал? Да потому что пример с Kill Team в Warhammer 40 тысяч, когда я стал на своем канале публиковать видео, довольно неплохо меня замотивировал. И армию в Kill Team я собрал очень и очень быстро. Поэтому настал черед собирать армию в Age of Sigmar. И именно будут кхарниты. Кстати, вот видите, Огр. А поскольку у меня еще осталась армия огров из ФБ, а скоро выйдет новая миниатюра тирана и, как говорят, мясника, возможно, что видео по Age of Sigmar будет и про вторую мою армию. Ну и не стоит забывать про сланы шитов, которых я готовлю к Warhammer 40 тысяч, к выходу Кодекса Детей Императора. Надеюсь, что он все-таки выйдет. Ну а на сегодня все. Такое вот живое включение. Первый шаг на пути к созданию армии в Age of Sigmar. Warhammer. Age of Sigmar. Армии кхарнитов. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока-пока.